Сегодняшняя тема. Сейчас мы четко прописываем в законе, какие средства у медицинских страховых организаций остаются, кроме средств на ведение дела. Но я бы хотела сказать, что их ответственность с точки зрения проверки качества медпомощи, правильности, она остается и будет оставаться. Мы наоборот призываем к тому, чтобы они усилили свою роль в этом направлении, как адвокаты пациентов, сказала Татьяна Голикова. По словам министра, система ОМС – это часть государственного социального страхования. В соответствии с законодательством, страховщиком является орган, который уполномочивается правительством РФ. Такой организацией является Фонд обязательного медицинского страхования, ФОМС, и его территориальные органы, ТФОМС. И как были страховые медицинские организации участниками, по сути, этого процесса, так они участниками этого процесса и остаются, в этой части их роль никак не меняется, подчеркнула министр. Глава Минздравсоцразвития России считает, что и сами страховые компании пока не готовы принять на себя работу по сбору взносов на ОМС без посредничества ФОМС. В коммерческом страховании страховые взносы собирают сами компании. Я не уверена в том, что и государство, и страховые компании готовы к этой работе. Даже в тех предложениях, которые давал Всероссийский союз страховщиков, они были далеки от мысли, что это нужно сделать с 2011 и даже с 2012 года, пояснила Татьяна Голикова. В то же время министр сказала, что в правительстве обсуждается вопрос о расширении полномочий страховых медицинских организаций в системе ОМС в будущем. Речь идет о большем принятии рисков на себя со стороны страховых компаний, о большей ответственности. Мы этот вопрос с повестки дня не снимаем, но быстрыми темпами мы этот путь не пройдем, пояснила министр. По ее словам, подходя к 2015 году, когда мы должны будем принять решение относительно того, что высокотехнологичная медпомощь должна быть тоже частью ОМС, нам нужно будет очень серьезно задуматься о существенном повышении роли страховых медицинских организаций в этой системе. Источник – minzdravsok.ru. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.